Добрый день, с вами Промэлектрика. Представляем самую популярную серию инкрементальных энкодеров Autonics в корпусе 40 мм. Модельный ряд включает энкодеры с выступающим валом 6 или 8 мм и полым валом от 6 до 12 мм. Серия представлена моделями с аналоговыми выходами. Разрешение от 1 до 5000 импульсов на оборот. Напряжение питания 5 или от 12 до 24 вольт постоянного тока. Не самая передовая, но широко применяемая технология дает возможность использовать устройство в самых бюджетных конструкциях. Предлагаем модель со следующими параметрами. Выступающий вал 6 мм. Разрешение 400 импульсов на оборот. Максимальная частота вращения 5000 оборотов в минуту. Питающее напряжение 5 вольт постоянного тока. Выходной сигнал Line Driver. Присоединение кабель 2 метра. Степень защиты IP50. В комплект входит переходная пластиковая муфта с отверстием 6 мм. Для повышения надежности конструкции или присоединения к нестандартному валу предлагаем алюминиевую муфту диаметром 22 мм. В наличии широкий ассортимент низковольтного оборудования. Доступен наличный и безналичный расчет. Контактная информация в описании.